21 января в Чувашской республике был объявлен Днем здоровья. В Новочебоксарске весь день бесплатно работали спортивные учреждения, активный день здоровья прошел и в школах города. Во всех общеобразовательных организациях прошли массовые спортивные мероприятия как с детьми, так и с их родителями. И в спортивных залах, и на школьных стадионах, и в бассейнах состоялись массовые зарядки, спортивные состязания, игры и эстафеты. Гонки на лыжах и санках, катание на коньках, семейные эстафеты, турниры и товарищеские матчи по различным видам спорта. Родители, педагоги и дети с большим удовольствием принимали участие во всех спортивных мероприятиях. Не просто день здоровья, день занятия спортом прошел в школах, а целый спортивный массовый праздник, в результате которого и взрослые дети получили не только здоровый заряд для организма, но и радостное, бодрое настроение. По завершению мероприятия спортивные сооружения школ города были открыты для всех желающих до самого вечера.